упертая правота. Вот человек считает, что он прав. Дело в том, что я понял, мудрец считает это дело хорошее, опять-таки, как собака, да, она тоже считает. Лучше подумать. Но упертость, я тоже упертый человек. Но упертость будет разной. Я свою позицию объясняю, обосновываю. И пока еще никто не смог опровергнуть эти факты. Может, найдется, может, не говорю, что. Но пока еще никто не смог опровергнуть мои позиции. Понимаете? Поэтому каждый человек имеет право, опять-таки, иметь свое мнение, если он его состояние обосновать. А если это мнение обосновано, и оно ошибочно обосновано, и это доказано человеку, то если он продолжает опираться на это, то он ограниченный человек.